Разреши себе ошибаться, меняться, удивляться, смейся, плачь, танцуй, не оправдывайся, не доказывай, отпускай. Смело отказывай, путешествуй, открывай мир, чаще делай то, чего боишься. Выходи из зоны комфорта, уходи от тех, с кем не по пути. Искренне люби, обнимай чаще и говори о чувствах. Разреши себе быть собой, не парься по пустякам. И не слушай, что говорят вокруг, делай то, как велит душа, и неважно, кому не нравится. Больше думай о себе, чаще думай позитивно. Верь в успех даже после краха всех надежд. Все не кончено, пока в груди горит огонек надежды. Слышишь? Разреши себе мечтать наперекор внутреннему скептику о, казалось бы, несбыточных вещах. Знаешь, порой очень сложно на что-то решиться. Очень страшно исполнить мечту. Сделать то, чего хочется. Выйти из зоны комфорта. Выделиться из толпы. Мы откладываем это годами. Нас тяготит чье-то мнение. Мы боимся насмешек и сплетен за спиной. Нас пугает, чье-то у тебя не получится. Чье-то совсем чужое. И скорее не про тебя, а про собственные страхи и неудачи. Медленно, но верно иди к своей мечте. Той мечте, о которой боишься говорить вслух. Возможно, она уже хранится где-то на чердаке, покрылась слоем пыли, но... Пожалуйста, не упускай эту жизнь. Не живи так, будто впереди еще сотни тысяч лет. Очнись. Года летят незаметно, почему ты пылишься на полке вместе со своей мечтой. Вспомни то, чего правда хотела от жизни. Независимо от тех самых обстоятельств, друзей, семьи, от всего, что навалилось годами. Вспомни то, от чего горели твои глаза. То, от чего внутри зажигается огонь и тепло в области сердца. Вспомнил. Сделай тот заветный шаг. Знаешь, по факту обычно самое страшное на пути — это сделать тот самый шаг. Первый. Вроде маленький, но такой большой. Шаг, с которого начинается путь в 1000 миль. Знаешь, все когда-то с чего-то начинали. Что же ты потеряешь, если просто попробуешь? А вдруг получится? Верь в свои силы. Слышишь? Я в тебя верю.